сумрун дурань, на щиту любви не родиной, щита за тобой на родиной. Как звук? Слышно? Так. Дочь. Адри. Қалың менді, қалың менді, Серга. Менді, Азия. Сергей. Хорошо, хорошо, менді, ахнур дюнер. И русские братья и сестры, которые там. Тоже привет всем. Из Великого Новгорода. И кэханутан эргджана чини ирсинде. Ирсинден, очень рады твоему соглашению на прямой эфир. Рады тебя приветствовать. И... Конечно же, первым делом хочется, что тебе сказать, такие строки, вот даже не строки, сейчас подожди, я соберусь мыслями. Сегодня просто смотрел много твоих видео, еще раз я пересматривал, вспоминал твои слова, вспоминал нашу встречу. Ты помнишь, когда мы впервые встретились с тобой в Айрат-арене после выступления? Да, да, за кулисами. Да, за кулисами мы с тобой очень плотно, долго, интересно общались, и на меня неизгладимое впечатление произвела наша встреча, то, что ты мне говорил, и сегодня, благодаря опять нашему общему знакомому, да, мы сегодня с тобой вышли в эфир, вот Цирен нам передает большой привет, Чемидов. Да, ему взаимно тоже. Да. Это же, да. Я тебе немножко представлю все равно нашим подписчикам, тем, кто только просто присоединился, кто, возможно, не смотрел там мои анонсы в ленте Инстаграм. Сергей на сегодняшний день, как я его вижу, это единственный русский джангарчи русской национальности, который самостоятельно изучает наш калмыцкий язык, изучает основы буддизма и также изучает тонкости исполнения, современного исполнения нашего народного эпоса «Джангар», нашего героического народного эпоса «Джангар», и уже который год он уже плотно, нога в ногу идет, даже опережая, наверное, многих наших музыкантов, он продвигает нашу калмыцкую культуру на просторах вот этноплощадок, всевозможных крутых фестивалей, всевозможных. Я плотно слежу просто за тобой, Сергей, в Фейсбуке, хоть и редко пишу, но я надеюсь, ты видишь мои лайки, редкие мои комментарии, такие емкие я тебе пишу, ты не помнишь, я тебе писал целые отзывы, свое мнение по поводу того, что ты делаешь. И вот несколько каверов, которые ты исполнил, каверов на Владимира Аконовича Коруева, который исполнил вместе с добавлением дудука, ну, в группе Сойма, да? Сойма, я правильно понимаю, это название группы? Да, да, это такая традиционная новгородская лодка озерная. У нас тут большое озеро, и Сойма – это такая рыбачья лодка наша. Вот оно что. Ну, интересное название, красивое тоже. Такое архаичное какое-то. Это русское, да, слово? Название? Ну, конечно. Мы же русские все-таки. Название у нас. Да. Не, ну я имею в виду там пойма, да, сойма. Как бы что-то вот... Это не за одной стези? Не, думаю. В общем, не важно, да, сейчас. Вот, и многие тебя знают и по видео в интернете, которое прогремело пару лет назад буквально на просторах калмыцкого Инстаграма, Ютуба, везде, где ты выступал, на свадьбе. И всех, конечно, поразило вот вообще то, что такой... Необычный выбор совершенно как бы человека, ну, можно сказать, постороннего, который даже и не жил в Калмыкии, но почему-то именно пришел к этому. Расскажи, пожалуйста,
Как ты дошел до такой жизни, и как так случилось, что вот парень с Новгорода, который бизнесмен, если не ошибаюсь, есть там свое дело, да, ты занимаешься как бы строительством сам, и еще параллельно вот ты создал целую группу, и вот являешься сегодня настоящим живым примером для многих калмыков, как нужно относиться и как нужно ценить вот нашу калмыцкую культуру. Ведь тебе на самом деле завидуют многие калмыки, потому что ты достиг такого, чего многим сегодня не удалось. Расскажи, пожалуйста, об этом. Как ты пришел к калмыцкой культуре? Слушай, Диан, ну это не только калмыцкая культура же, это просто вообще культура наших кочевых народов, скажем так. У нас в группе не только я этим занимаюсь и интересуюсь. У нас, например, слышно меня, да? Да, очень хорошо слышно. Хорошо. Он просто иногда подвисает связь. У нас вот баянист, например, он вообще ездит там к венкам, к немцам и так далее. К Парси, вот он ездил в большую экспедицию сейчас. Это просто разнообразие нашей страны, красота ее. И, кстати, вот слушай, Адиан, мне кажется, что, знаешь, когда мы говорим о каких-то музыкальных или религиозных предпочтениях, здесь нет такого слова вот «выбор», да? Мы же в этот момент не стоим перед выбором. Это просто с нами происходит, и все, то, что с нами случается. Ну, в принципе, да, если это... В этом нет какого-то усилия воли. Это просто то, что тебе нравится на самом деле. Вот и все. Поэтому когда-то давно, вот я пробовал сюда, в Новгород, у нас был клуб свой с друзьями, такой для концертов. Мы привозили с Алтая музыкантов из Новосибирска, горловое пение именно. А вот потом я уже услышал Владимира Аконовича, и через лет, наверное, 10 мне захотелось повторить. Вот и все. Ну, то есть я прав, то, что вдохновил тебя вообще и на исполнение этих треков, которые ты исполняешь сегодня, там «Джангар», потом у тебя есть «Самрын Бургун Талуга», по-моему, ой, не, я ошибаюсь. Не, «Сагурсун Харган», да. А, да, да, «Сагурсун Харган», да, вот это есть композиция. Ты сделал еще новую аранжировку, да, вы сделали с группой, правильно? Ну, так получилось, что там просто, да, все... Наш инженер, он на дудуке играет, мой знакомый, он занимается гуслями, у него своя гусельная школа в Великом Новгороде. Ну и так получилось, что барабанщик наш, Илья, он то в Китае, то здесь, и когда он приезжает, мы вот с ним играем. Когда его нет, его занимает Леша, он доктор в нашей больнице и тоже барабанщик. Ну, мы как бы стараемся ездить, да, но редко получается, к сожалению, потому что все люди заняты, с детьми там, кто-то многодетный и так далее. Так, вот. А как ты впервые услышал, где ты впервые услышал исполнение «Джангара» или что, Владимир Аконович, какую-то другую композицию, как это случилось? Нет, «Джангар» я не услышал, слушай, я увидел именно, то есть где-то вот в интернете, тогда же уже был интернет, это, по-моему, 5-й год, да, вот так, и, в общем, я увидел просто какую-то съемку его с Домброй, вот все, у него там такая коса красивая сзади. И он, его там в какой-то студии снимают, по-моему, француз. А, да, вот, это была запись у знаменитого аранжировщика Клода Самарда, если не ошибаюсь, во Франции. Да, точно. Который он сделал как раз его весь полностью альбом, аранжировки. Да, у них там своя история была всего этого, создание всех этих треков. Ну, блин, я считаю все равно вклад Клода Самарда неимоверный все равно в творчество Владимира Аконовича вложил сам этот аранжировщик. Ну и что ты увидел, и что произошло? У тебя мурашки произошли, или как ты пришел? Может, ты сразу понял, что это твое, что ты должен это исполнять, или ты долго это слушал? Слушай, я точно сразу понял, что это мое. Почему-то, вот я так не знаю почему, но это, знаешь, ты когда-нибудь, Азиан, в женщину влюблялся же? Но я думаю... Есть вот, да, любовь сейчас моя, всей моей жизни. И вот, я думаю, ты просто видишь ее, и случается что-то такое, с чем ты уже не хочешь бороться, с чем ты не хочешь как-то враждовать, а ты просто это принимаешь, и все. Это просто происходит, вот как с женщиной как раз, нет смысла математически высчитывать, да, какие у нее ноги, какая фигура, какой цвет волос, разрез глаз и так далее. Просто либо это случается, либо не случается. Вот и все. С музыкой, наверное, то же самое. Но
Я долго же не играл вообще, может быть, лет 10 я просто слушал вот его и смотрел там, следил, как ты говоришь, да, следил за творчеством Владимира Аконыча. Но заиграл-то я потом уже, когда вот я купил «Домбру» с рук в Калмыкии, нашел Санала Мукубенова, Санал Мукубенов меня познакомил там с клубом калмыцкого языка, клуб калмыцкого языка приехал ко мне в гости, мы постарались поставить произношение, ну, конечно, не сразу получалось, ну вот. Вообще, чтобы ты понимал, что выучить какую-нибудь алтайскую песню, ну, для этого нужен алтаец, и, ну, примерно там день, два, три, да, а чтобы калмыцкую, здесь целый процесс, потому что вот язык у вас очень сложный, честно говорю. Для русского прям очень... А в каком плане сложно? В плане транскрипции его или произношения или всего вместе? Вот да, 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 и того, и другого, да, и транскрипции, и произношения. Да, у нас своеобразная систематика такая, то есть пишется так по одному, а читается иногда по-другому, да? Да, вот это вот напрягало. Отсутствие гласных там. Угу. Так, хорошо, продолжай. О чем мы говорим-то, Адьян? Ну так ты, получается, до этого и проявлял интересы, и не только, да, к калмыцкий, то есть ты алтайский слушал, с Казани, и былины слушал, да, я просто людям рассказываю, что ты, я рассказывал, как ты мне признался в том, что ты осознанно пришел все равно к джангару, потому что ты изучал и не только джангар, а многие другие эпосы. Ну так просто получилось, да, что он как-то полюбился, ну на сердце лег, что ли, больше всего. Но тут что греха таить-то, понимаешь, Адьян, если бы я его изучал академически, все равно бы этого не случилось. А если, например, так как я его услышал именно в исполнении Коруева, вот именно так он на сердце-то ложится, понимаешь, потому что это сейчас, конечно, я там раздобыл где-то в интернете Эляну Вла, да, записи. Я их тоже слушаю, ну потому что в этом есть какая-то... уже такая вековая мощь, да, хотя там такой звук плохой, но тем не менее, вот, а тогда нет, тогда же я не был к этому готов, просто это сильно так очень было, вот и все, понимаешь, просто сильно, вот, понимаешь, в этом дух есть такой, как бы, я не знаю вообще, насколько нормально для русского, там, для Снежка, да, петь, например, джангар, все-таки джангар это сакральный эпос, понимаешь, в чем дело, вот в чем дело. Ну а почему ты считаешь, что сакральные вещи не может исполнять человек другой национальности? По мне, так как раз-таки дело не в национальности, а дело в самосознании. Я так не считаю. Я тебе говорю, что у меня иногда возникают вопросы, комплекс некий, да, внутренний. Потому что я, например, скажу тебе честно, что я всегда завидовал там, например, нашему Скальдову, это который у нас на гуслях играет, и у него здесь... Да. Потому что он живет в Новгороде, занимается новгородскими инструментами, и, собственно говоря, учит новгородский народ, играет на новгородских инструментах, поет русские песни. Вроде бы все нормально, вот реально, где родился, там и пригодился. Или вот сейчас я к вам прилетал, в октябре, кажется, да, и мы с Димой сидели ночью в степи с Шараевым. Я думаю, вот тоже человек, да? Вот прямо где родился, там и пригодился. А у меня почему-то так вот не получилось. Мы даже в шутку с одним калмыком хотели квартирами поменяться, потому что он православный и казачьи песни поет. Вот так. Я говорю, ну у нас вам будет очень хорошо, безусловно. Так. Так, и... ну вот так. Ага. И что, у тебя до сих пор это проблема нравственного выбора какая-то перед тобой становится иногда, или что? Да, нет? Не, уже, наверное, нет, уже не становится, наверное. Просто к этому надо относиться соответствующим образом, и все. То есть, понимаешь, здесь вот в чем вопрос ведь главный возникает. Ты, короче, сам хочешь прославиться или получить аплодисменты и почтеннейшей публики через это... Или ты хочешь быть таким немножко особенным, да, вот, то есть, грубо говоря, ты занимаешься своим эго, да, или ты занимаешься тем, что по-настоящему любишь. Вот этот вот вопрос надо для себя решить, да и все. Мне кажется, если он решен во втором случае я объяснил, то нет проблем, наверное. Слушай, а ты разделяешь все-таки, да, вот в творчестве, то есть работа над собственным эго и работу над самим материалом, да?
То есть ты разделяешь, ты, для, я, например, и по мне так, например, мне кажется, они должны где-то в каком-то моменте все равно перекликаться, потому что иногда без, именно без этого собственного эго, без желания тоже, без, без желания, да, доказать людям и показать, как бы, то, что ты именно достоин этого, мне кажется, многие вещи, они с трудом достигаются вообще человеком. Ты так не считаешь? Ты что-то подвис, ты все сказал? Да, я все сказал. Плохо слышно, да? Ну вот сейчас подвисло в конце, а так-то ничего. Угу. Ну скажи, ты вот разделяешь работу над собственным эго и работу над этим материалом, да? Осознанную. Ты разделяешь так, это как... Так, я тебе скажу так, я просто об этом часто задумываюсь. Вообще мы когда что-то делаем, нужно понять, зачем мы это делаем. Вот и все, понимаешь? То есть много ведь мы делаем от несовершенства. Просто потому, что мы вот несовершенны, и поэтому нам чего-то хочется. И нам, наверное, хочется поднять свою самооценку через какое-то действие, там, доказать подсознательно даже, бессознательно, может быть, самим себе свою значимость в этом мире и так далее. Все это, наверное, хорошие мотивы, но не идеальные, скажем так. Поэтому я такой вопрос перед собой ставлю. Но в этом нет ничего такого. Это нормальный вопрос, понимаешь? Да, это абсолютный вопрос, абсолютно нормальный вопрос, я тоже с тобой согласен. А, ну а сейчас все равно, как бы, все равно более, ты себя хоть, я надеюсь, ты сейчас более уверен вообще в том, что ты делаешь это правильно. Слушай, я надеюсь, что калмыки. Нет, я надеюсь, у меня свое. Ага, говори. Говори. У меня диссонанса нет. У меня диссонанса нет. То есть мы уже привыкли, что там и в Питере, и в Великом Новгороде, и в Карелии мы исполняем и калмыцкие песни, и тувинские там пару песен, и русские песни тоже. То есть у нас, наверное, особенно мы каждый год играем на большой сцене, она у нас напротив нашего Кремля, у нас сейчас много международных фестивалей. Вот сейчас с приходом, кстати, нового правительства у нас стало очень много разных фестивалей, причем международных. Мы там всегда играем, и Джангар там, и Джиндун, и Сагурсын мы исполняем в том числе. И получилось так, что если это людьми востребовано в Новгороде, понимаешь, ну, это же город чисто русской культуры, казалось бы, ну и хорошо, слава богу, значит, это кому-то надо. Вот и все. Ну, не только нам самим. Но, знаешь, даже если никому не надо, без разницы. Мне все равно в радость, я очень рад, что так получилось, очень рад, что я когда-то услышал Коруева. А, кстати, наш гусляр его недавно еще и увидел вообще лично, случайным образом. В Калмыкии. Ну, в общем, и ну так вышло, ну и хорошо, да, слава богу, что сказать. Можно только судьбу поблагодарить за это. Это все-таки много знакомств каких-то вообще за собой потянуло. И в итоге у меня даже там появились люди, которыми, ну, может быть, они не близкие друзья, да, потому что мы все-таки не знакомы с ними не так давно, да, но все-таки уже близко к тому, понимаешь? То есть мы вот ездим друг к другу. Мы поздравляем друг друга с рождением детей, там, в общем, горести, печали вместе, обсуждаем какие-то вещи, но это очень приятно. Вот. Угу. Ну, здесь многие пишут, и в анонсе тоже люди писали, это, наверное, в прошлой жизни, в прошлых реинкарнациях ты был калмыком, вот многие так говорят о тебе. Что ты считаешь по этому поводу? Ну, смотри, вот на бытовом уровне в закон кармы не нужно верить. Мы же его мы же его наблюдаем в нашей жизни. То, что касается каких-то наших невидимых, да, вещей, прошлой жизни, будущих и так далее, здесь это вообще-то вопрос веры. То есть, что касается меня, я в это просто верю. Ну, жизнь подтверждает для меня, что это так, но это все равно вопрос веры. А уж кто там кем был, я не знаю. Тут как-то давеча. То ли монах Ананда, то ли Гена Корнеев, ваш знаменитый переводчик, да, ученый, мне прислал такую фотографию, где, ну, прям вылитый я, сижу с калмыками в такой вот советской гимнастерке, в советской кепке, какая-то фотография 30-го года, по-моему, мы очень долго смеялись, ну, ты прям глянь, я тебе вышлю потом, там вот прям вылитый я сижу, это было очень смешно, но я, конечно, не придаю этому значения, но просто... Вот, понимаешь, черты лица, они прям вот один в один. Короче говоря. Да?
Да. А так, ну это ж наше предположение. Мы можем говорить, что есть какие-то кармические отпечатки у людей, да, кто-то вдруг почему-то, непонятно почему, да, в каком-то там вообще Новокуйбышевске, да, вдруг начинает любить какую-то там, не знаю, бразильскую культуру, вдруг, и она ему становится кухней настолько, что он там заучивает слова, ночами не спит, переживает, знакомится с людьми, пишет им письма, требует, тянет за рукав, а санал я завязу, да, буквально через интернет тряс, санал, спасите, помогите, пропадаю. В общем, такие дела. Ну, может быть, я не знаю, это же сам понимаешь, вопрос такой. Как каждый сам вправе. Риторический. А слушай, а как семья относится вообще к твоим закидонам, или, я не знаю, ну, плюс, знаешь, я лично, я не удивлен тому, что именно в Новгороде, именно там появился ты. Потому что все-таки это место, я считаю, тоже достаточно сакральным именно в мире русской культуры. Это очень глубинная, очень фундаментальная, непреложная такая часть русской культуры, которая имеет абсолютную там свою самобытность даже, как, может, как эталон даже в каких-то моментах она... выступать легко, я думаю. И вот скажи, как семья, то есть откуда твои родственники, в основном все также с Новгородской области родом, и откуда они, и как они к этому относятся вообще? Не, ну мои-то родственники с Новгородской области родом, да, 300 километров от Новгорода, это такие, знаешь, лесные места, ну леса, реки, озера, представляешь, да, такая типичная земля шаманская. Дима Шараев ко мне приехал на 4 дня и остался, по-моему, на 14, если мне память не изменяет. Большую часть времени мы с ним провели вот в тех землях, и он просто не мог оттуда все никак уехать, и говорил мне, что вообще странно, что ты здесь один горлом-то запел, потому что вот места просто располагают. Я говорю, я и сам удивляюсь. Вот. И когда мы записали песню «Малога» на русском языке, но с горловым пением, и с Домброй Калмыцкой. Наши местные пестовщане там очень хорошо ее восприняли. Говорят, как будто вот она вот так и должна звучать. Вообще песня про нашу реку-то родную, понимаешь? Не на гармошке там, а вот так вот. Ну, тем более, у нас же еще ваганы мы активно используем. А ваган – это наш городский традиционный инструмент, как, впрочем, и бубен. Бубен, вот у нас шаманский бубен сибирский, но на самом деле в Новгороде были, ну, похожие. Только кожу делали не из козла, а из котов. В Новгороде вот есть такая веха, да, что шкуру кошачью натягивают, почему-то бедные коты. Да. Ну, ну, я тоже опять не удивлен, почему новгородцы восприняли. Потому что джангер, он же, это же чисто архаичная вещь, которая в неизменном практически виде сохранилась вот сквозь какие-то века. Это не там современные песни и не там даже не народные те, которые мы сейчас бренчим на домре под наши калмыцкие танцы. Это ведь все равно все нововведение уже, которое мы здесь приобрели здесь уже на Волге. У нас самобытная новая калмыцкая культура формировалась. А джангер — это нечто, что-то вообще архаичное, уходящее корнями глубоко там за доайратский период, куда-то во времена проявления Шанью и Моде или еще каких-то вот наших древних, может быть, проскифских наших каких-то вот наших предков, да, Алтай, это мы же все-таки все оттуда. Ну, если там в джангле же упоминаются природа, да, которая с нынешней калмыцкой природой мало коррелирует вообще. То есть это какая-то... Это вот та, на восток туда, понимаешь? Ну, конечно, ты когда исполняешь, ты, конечно, это чувствуешь, все худо-бедно, а все равно... Ну, я не знаю, я всегда какую-то мощь чувствую, вот этот приход, что называется, понимаешь? Вот такие дела... Ну, если сравнивать многие русские древние архаичные вещи, да, с гуслями какие-то, гармонические ряды, которые играют, особенно гусляры, древние такие наигрыши, особенно в древнерусских сказках, они мне вообще напоминают параллельно, как будто даже с Индией что-то связано, то есть индийско-тибетская гармония, там есть пентатоника, да, офигенная, которая раскрывается, и это настолько перекликается иногда, действительно, я могу сказать, что даже вот
ты до 17 века, мы ведь все были одинаковые, до 17 года, там, до революции, мы ведь все были одинаковые. Все наши женщины, и калмыцкие, и мусульманские, и славянские, которые жили на Центральной Евразии, они все были с покрытой головой, все были высоконравственные, все были с длинными там, юбками, да, с таким. Ну, у нас очень отличался все равно Евразийский институт семьи даже, он объединял многие народы. Мы были похожи очень, на самом деле, все равно. Ты помнишь, Адиан, я как-то у тебя на фотографии посмотрел бешмет калмыцкий. Да, ты пошил, по-моему, у друга Эрдни, да, нашего, увидел. Да, да, и пошил похожий, да, только южно-русский. И мне все говорят, а это калмыцкий бешмет? Я говорю, нет, это русский бешмет вообще. Но у меня же еще такой пояс, не как у вас, да, немножко тоже южно-русский, ближе к казачьему. И у меня просто жена, она из казаков, из кубанских, и у нас деды там все, прадеды в семье оттуда, потом уехали в Баку, потом, а нет, в Грецию, потом в Баку, и уже вот из Баку она сюда ко мне приехала жить. И, в общем, а сейчас я пошил себе такой зимний тулуп, да, и мне все говорят, ты что, ламой стал, это что, буддийский тулуп, что ли, а он вот с таким вот, ну, ты понял. И я увидел в телефоне носить фотографию русских мужиков, вот точно в такой. Да, вот точно в таком тулупе, он от монгольского, бурятского вообще ничем не отличается, только застежки вот этой нет. Настолько мы были похожи, действительно, вот так получается. Ну да, ну русская косоворотка, это та же самая, как монгольская с запахом рубаха. Ну, просто там, ну, элементы какие-то, даже узоры порой одни и те же встречаются. Это если вот аутентичную именно одежду. Просто, к сожалению, сегодня у многих представления о культуре и об одежде национальной у нас такие достаточно тоже стереотипные, да, они взращенные на сценических каких-то костюмах, которые привыкли видеть последнее время. Люди там приукрашенные со всякими Да. Вот, и поэтому очень мало аутентичных вещей. Я знаю, что многие, допустим, сибирские, там, центральноазиатские исполнители, которые приезжают в Калмыкию, они часто делают замечание, что у калмыков мало вот таких аутентичных калмыцких костюмов. Но сейчас, на мой взгляд, немножко хоть что-то меняется. Меняется, по-моему. Виснешь, Адиан? Ну, сейчас я вижу, что уже не висну. А сейчас не виснешь уже, да. Вот я прослушал. В общем, мы похожи, да, действительно. Я соглашусь в этом, но... то есть нормально, да, семья в итоге так нормально. Вообще, изначально, когда ты начал все это, как они относились ко всему этому? То, что ты поешь не русский, а вот именно вот всякие разные песни, алтайские. То, я правильно понимаю, что преимущественно азиатские или нет, или не только? Ты имеешь в виду песни у нас? Да. Ну да, либо русские, либо что-то из вашей степи, да, Сибирь, Калмыкия, Алтай, Тыва, да. Вот. Но мы бы с радостью пели еще другие песни малых народов северных, но, к сожалению, там вообще туго у нас со связями, почему-то наш баянист нам ничего не привозит. Ну плюс расстояния тоже большие, да? Ну да, потому что нужно тогда, я говорю, нужно, чтобы у тебя были знакомые, друзья какие-то, вот, чтобы у тебя всегда был кто-то на связи, кто может помочь, там, типа, либо, говорю, клуб калмыцкого языка в Москве, там, Таня Лежива, Булгун, там, Чемидов, да? Либо Дима Шараев, вот тогда вообще огонь просто. Сергей, я вот вижу у тебя на стене замечательное изображение. Омани Падмехум. Вот есть у тебя Ногандер, да, если не ошибаюсь, это зеленая тара? Это там Будда медицины, и там это слева это. Да, это Сухавати, это чистая земля. А это твое божество, да? По астрологии ты? Просто там у меня алтарь, просто его не видно. И ну, он такой интересный, потому что у меня там рядом с Буддой и его святечеством я все-таки оставил русских святых наших, ну, моих любимых. Ну, в России, наверное, вот такой буддизм бывает. Вот. Ну, а почему нет? Да, да. Мне кажется, это круто, но ты изучал, да, буддизм, и сам вообще, как бы, ты можешь назвать себя буддистом?
Нет, наверное, я сочувствую. Это близко. Мне это очень близко, но я, тем не менее, сочувствующий. Это серьезный вопрос. Я вышел из христианской семьи, много лет ходил в церковь. До тех пор, пока у меня не стали возникать вопросы, да, на которые я много лет пытался получить ответы, там, может быть, 5 лет, весь перемучился, измучился, и в конце концов я... Какие вопросы, если не искать? Какие? Что в основном тебя смущало? Уж если ты начинаешь разбираться в христианстве, тебя начинает в первую очередь смущать, например, вопрос грехопадения и теории эволюции. Если была эволюция, и развивался эволюционно, тогда мы не можем найти того момента, когда какие-то двое людей совершили, или там несколько людей, хотя такого никогда не было, что было несколько людей всего, да, что как будто бы они совершили некий акт, после которого мир изменился, и люди, и животные стали страдать. Когда мы наблюдаем за теорией эволюции, сейчас это доказанная стройная теория, весьма, кстати, и открытия совершаются каждый год все новые и новые. И дело в том, что получается, что эта теория, она просто полностью вообще противоречит, да, истории с грехопадением и якобы изменением мира после грехопадения. Потому что мы не можем найти тех людей, которые согрешили, и мы знаем, что животный мир, он страдал всегда. Не то, что там до грехопадения, даже до появления такого вида, как Homo sapiens, например, да? Ну, да. Потому что, ну, это же миллионы лет, начиная там с каких-нибудь проконсулов, эректусов, да, и заканчивая неандертальцами и Homo. И все это время это был кровавый, абсолютно кровавый мир, такой же, какой мы сейчас его видим в живой природе. Вот это первый момент. Да, Диана, это первый момент, который... Просто сразу же, ну, первый вопрос, на который на самом деле нет ответа. Но я говорю, те люди, которые остались верующими и православными, я им тоже завидую, потому что у меня тут несколько храмов возле дома, да, знакомые батюшки, мы вместе в баню ходим с ними, да, священники, мои приятели. Один друг даже есть, он детский врач и священник. Но проблема в том... Да. Но мы даже про него ролик сняли, он, кстати, есть на Ютубе, на нашем канале. Дело в том, что, ну, понимаешь, это их дело. Как кто-то там из великих-то сказал, что есть что-то в человеке злое, которое отбирает веру у других людей. А еще в психологии есть принцип, да, если у человека есть что-то для его спасения и успокоения, то никогда не отбирая это, не давая ничего взамен. Поэтому я в последнее время стараюсь не спорить. Хотя у меня был период, когда я жестко спорил. Вообще, я всем надоел так, что тут люди на другую сторону дороги переходили, когда я шел по городу просто с этой религией. Вот. А еще когда я был в церкви, я ездил в питерский Датсан, Гунзе Чуэнэй, и слушал там песнопение лам. Тогда еще не знал, какая это именно школа, да, там... Мне просто нравилось. Я еще не задавал вопрос, женаты это ламы или же они монахи, как у вас в Хуруле, да, там. Тогда я вообще этого не понимал. То есть я просто ездил, потому что, ну, мне было кайфово. И я так, знаешь, ездил немножко, ну как, немножко тайно сам от себя, да, потому что вроде как мне, как православному человеку, не полагалось этого делать. И некоторые там священники внушили мне, что это очень плохо. А, кстати, один священник, который из Тулы, сам же мне помог с переводом песни, а потом написал, что я ни в коем случае ее не пел и горловым пением никогда не занимался, потому что это бесовское пение. Ну, и теперь я со сцены всегда людям рассказываю, что горловое пение – это изначальное пение вообще человека, как просто отдание дани, изображение звуков природы, животных, ветра, там, ну, понимаешь, о чем я, да? То есть постоянно вот это вот рассказывают теперь, даже когда меня не спрашивают. Это тенгри. Ну, в какой-то степени, да, изначально так оно было, конечно. Изначально так оно было. Даже когда нас просят выступить где-то в детском доме, да, я там тоже это рассказываю. Вот на прошлых выходных я играл несколько песен, Джангер тоже, на большом фестивале здесь, в Новгороде, там было много детей. Я им тоже рассказывал, откуда это все пошло, как появилось. Кстати, дети намного более живые воспринимают вообще. Так что да, вот они, такие дела. Они...
они воспринимают это все без каких-то там стереотипов, без каких-то там уже условностей, без каких-то там навязанных, то есть в чистом виде они воспринимают эту музыку, да? Вот, и, Сергей, вот так, в общем, супруга нормально, да? Никто ничего. Ты, я где-то читал в интервью, что там поначалу воспринимали, ну так, родные и близкие, как, ну, заходы, как чудачество, да, воспринимали твое, в интервью ты говорил, но жена более-менее сносно это терпит. Это больше касается родных, которые старшего поколения. Угу. Вот, они говорят, что ты чудишь-то все, но сейчас уже ничего не говорят. Угу. Вот, а жена-то чего? Дети вот у меня старший начал на бубне мне подыгрывать сейчас. Маленькому я заказал вьетнамский хомус, потому что у него зубы молочные сейчас выпали, а на вьетнамском можно играть, не прислоняя к зубам. А, поэтому понятно, интересно. Детям это в радость. Уже там, у вас уже семейный, этно-бенд, да, там формируется, я так понимаю. Что-то зависло, Дима. Я говорю, у вас там зависло. Семейный этно-бенд какой-то формируется, да? А, семейный бенд, ну да, надеюсь. Это очень удобно, не нужно никого собирать на репетиции, вообще ничего. Угу. Прям дома. Понятно, интересно. А, Сергей, скажи, какое у тебя образование? Ну, я по образованию археолог, по первому, с правом преподавания в школе. А сейчас я учусь в магистратуре очно на психологии, на общей психологии. Ну и как? Психика, отражение. Психика. Я, что такое психика? Я сдавал экзамены в это лето, и вот так получилось, что поступил на очное. Ну, надо было раньше это делать, что я тебе скажу. Сейчас уже тяжеловато, когда работа, дети, все дела. В общем, ну как, слава богу, пока возможность есть, учусь, диссертацию начал вот писать по зависимостям. Но это очень круто. Это прям вот то, что доктор прописал. Надо было давно мне этим заниматься. Это очень интересно. Так, спрашивают тут отдельно от темы, как зовут детей, Сергей? Чё-чё? Как назвал детей своих, спрашивают подписчики. А, которые сейчас есть, Назар и Захар. Так, что значит, которые сейчас есть? Ну, дети, вот, которые сейчас у меня родились уже, Захар и Назар. Ага. А, то есть и у тебя еще кто-то ожидается? А? Все, нет, понятно. Я не знаю. Ну, понятно. Но классные имена. Назар, Захар, такие тоже исконно русские. Ну, я бы сказал, честно, положа руку на сердце, имена-то еврейские, но прижились в России. Мне просто нравится, как они звучат. Ну, не знаю, мое имя тоже можно вполне калмыцким назвать, хотя оно произошло там вообще в Тибете, да, Адья, там у нас 80% имен с санскрита, ну, они как бы тоже... Не, Адья, смотри, у калмыков вообще красивые имена, там, что-то я тебя не слышу. Я слушаю внимательно, слышно хорошо. Да-да, у вас-то жесткие такие имена бывают, там, Батер, да, там, Дорджи, ну, тибетское имя, да. Дорджи, Эрдени, там, да, Да-да, такие там, вот прям мужские имена, да, вот, а у нас ну, мягких таких, там, Алексей, там, Сережа, Василий, таких вот плывущих имен, а я решил назвать так жестко, Назар и Захар, все. Да, очень звучно, очень так. По-мужски. А скажи, ты как-то вот высказывался о том, что по твоему мнению калмыцкий эпос, жанр, он самый из всех, которые ты видел, он как-то ты сказал мне, что он как-то самый мужской, что ли, мужицкий, или как-то так ты вот выразился об этом. То есть. Ой, я не знаю. Но ты говорила, тогда как раз в Айрат Арене мне были, что тебе показался он именно таким наиболее мужицким, что ли, простым и понятным как-то для такого, ну, для такого стандартного мира, где Азиан, патриархат, жесткие нравственные. Ты не эпос имел в виду?
Не, наверное, я имел в виду эпос вот в его корольском исполнении, понимаешь? Вот-вот, надо вот четко это разделять, опять же. Тогда он такой, знаешь, получается такой мощный, да, действительно мужской, спокойный. Он такой немножко созерцательный, да, в то же время. Такой вот, ну, не знаю, мне кажется, я просто не хочу другие эпосы обижать, я просто их мало знаю, наверное. Может, если бы я познакомился там с другими эпосами также. Сейчас вот появился на Алтае вот молодой парень, Данил Данжеев, да, и он, в общем, как раз играет вот их эпосы. Мы иногда созваниваемся, списываемся, мне он очень нравится тоже, кстати, между прочим. Мы сейчас в Новгороде подали заявку с нашим Гусляров на большой грант, чтобы у нас в Новгороде каждый год проводить международный, ну, именно российских народов, фестиваль эпосов на новгородской земле, потому что у нас все-таки Новгород – это земля зарождения российской государственности. Это раз. А два, наш гусляр уже выиграл большой грант на как раз гусельную школу, потому что это много денег, куча гуслей, там, помещения, аренда и так далее. А третье, он каждый год проводит фестиваль этнический «Княжья Братщина», и там уже просто опыт большой наработан. И тогда мы могли приглашать, ну, обеспечивать проживание, дорогу, да, и калмыкам, и алтайцам, и тувинцам, и так далее, понимаешь? Это было бы вообще очень круто. Тогда бы мы здесь объединили вообще все российские народы, у которых есть эпосы, да? Ну, включая Кавказ даже. Вот так вот. Ну, посмотрим, что из этого получится, дай бог. Ну, вы большие молодцы, Сергей. Вам, конечно, успехов на этом поприще. Я надеюсь, что я как-нибудь окажусь у тебя тоже в гостях, потому что я ни разу, честно, не был на новгородской земле. Вот не удавалось, хотя много я там читаю, как-то пытаюсь для себя этот этномир раскрывать. И то, что сейчас происходит в России в этом в этнокультурном плане и в Новгородской области, мне тоже интересно. И в частности, вы, как там... Как локомотив на новгородской этнической музыке сегодня для меня только вы сегодня являетесь Сойма, потому что других я не знаю, к сожалению, большому коллективов таких серьезных, больших. И мне, я очень хочу как бы с этим познакомиться, для себя открыть этот мир новых музыкантов, именно этнических. Потому что так или иначе, моя современная музыка, она также связана частично именно с элементами этнической музыки. Ну, я сам тоже с этим недалек. Вот. А, давай двинемся дальше. Ну вот, чуть-чуть давай почитаем комментариев, да? Вот пишут, что очень приятно слышать вас, Сергей. Передают большой привет. Говорят, спрашивают, Сергей, у тебя есть навыки игры на икиле? Не, вот, к сожалению, мне он очень нравится, я, ну, с Димой Шараевым, мы же делали, Дима здесь играл у нас во многих селах наших, да, я его вот пробовал организовывать концерты, и наш Слава Зимин, это тут местный тренер по боксу, полубурят, он помог там у себя организовать большой концерт Димин, ну, конечно, там на ура, понимаешь, просто было очень круто, и каждый концерт мы заканчивали, Дима играл на Мюринхуре, а я на Домбре. Ну, мне очень нравится Мюринхур вообще. Даже где-то запись есть ВКонтакте. Я даже искал, я надеялся, что кто-то один в Новгороде играет на Игиле или Мюринхуре, тогда я смогу его как-то прийти. Ну, не, никого не нашел, и появился так. Да, и у нас появился гусляр и новгородский гудок, вот. Зато, понимаешь, в этом тоже есть своя история, потому что когда в одной группе объединяются инструменты многих народов, это все-таки в этом есть что-то такое, знаешь, доброе, так сказать, разумное, вечное. Хотя это случайно получилось. Я же не музыкант, понимаешь, Адьяна, я никогда и не собирался, вообще говоря. Просто так вышло, вот как-то само получилось. Ну, для меня ты полноценный музыкант, даже более глубокий, осознанный, мне кажется, чем... То есть для меня музыкант – это не музыкальное образование все равно. Ну, ты считаешь, ты не музыкант по какой причине? Потому что ты мало делаешь музыки или потому что ты не закончил музыкальную школу и не знаешь нотной грамоты какой-то? Нет, школу-то я, конечно, не закончил, меня оттуда выгнали, я первый класс даже не закончил. Да что говорить, у меня в школе 3 было по музыке, вот там какой, в 8 классе, да, выдают. Вот, музыка у меня была реально тройка, поэтому что там говорить.
Ну нет, я просто сравниваю себя. Вот мы сидим у костра с Димой, например, и там сидят чебаны, да? Чебаны настолько музыкальны, чебаны, понимаешь? Вот они, вот у них есть вот эта фишка монгольская, монголоязычная или как, вот ментальная просто, которую, ну, мне вот не повторить, например. А, допустим, наш Петр, который у нас в Соме поет, на хамусе играет, он раньше руководил церковным хором, да? И он даже любую мелодию повторяет. Эджиндун, например, как монгол, повторяет ее спокойно. Я, кстати, сейчас на студии дописываем, уже я Петра на вокал поставил, чтобы он лучше ее сделал. Ты делаешь Эджиндун, да? Наконец. Я переделываю, потому что та, вот, которую мы сделали, это, конечно, ну, мне очень не понравилось. Я очень разочаровался, удалил ее отсюда. Ну, где-то она осталась в ВКонтакте-то, но я у себя не стал ее вроде держать. В общем, переделываем ее полностью, да. Ну и вставили виолончель, все-таки она дает вот... Меренхура нет, да, и дела нет, но виолончель дает такой драйв прям. Ну, как будто лошадка скачет. Да. Круто, круто. О, дядь Коля, там, это же мой родственник. Дядь Коля, привет. Линдэ. Да, много людей смотрят. Тебе и Амур здесь привет передавал, кстати. А, Амур, привет. Амур уехал позавчера от меня. Подарил мне счетчик на четки. Потом еще сумку подарил мне из Индии, из Дрипунга-Ванга. В общем, классный парень. Это пресс-секретарь вашего Хурула. Гостил у нас вот 2 дня. У меня вообще калмыки периодически гостят. У меня в доме живут или в квартире. Вот с ними, в общем, бывает, навещают меня. Вот даже Санал Мукубелов, большое спасибо ему, да, вот хоть он в Индии, вот ты же кино про него снимал, да, я оттуда о нем узнал. Из своего кино, кстати, спасибо. Я не тебя не знал, не Санала, но кино уже видел ваше с Юрой. И вот он как приезжал, да, это был такой фурор прям, ну... Его лекция, он чуть на поезд ведь не опоздал, его вообще не хотели отпускать люди, понимаешь? Потому что иногда, знаешь, как я люблю говорить, заворожил. А? Я говорю, заворожил, умом заворожил, наверное, да? Острым умом. Не только, я тебе хочу сказать, что иногда выражение лица и глаз говорит больше, чем все слова вместе взятые. Вот с ним такой, вам просто вообще повезло, что вот есть такие люди у вас. Вот, которые реально на гише сдают, да, не просто там, не просто научились ритуалы проводить и все, а именно вот они, ну это прям, это, ну, драгоценность наша вообще, всероссийская вообще, я бы сказал, понимаешь? Да, это достаточно редкое сегодня явление, чтобы такой большой курс проходили буддийской философии в высших университетах. По 12, по 16 лет проходят курсы. Это с постсоветского периода, это вообще, как можно сказать, как новое дыхание. Такого же, я думаю, и в русской, в пастве там тоже многие, наверное, изменения происходят, да? Более образованные, более осознанные люди все равно, мне кажется, должны появляться, особенно из молодежи. Вообще, как вот с религией обстоят? С религией, наверное, никак не обстоят дела. Мы в Новгороде, у нас есть буддийский центр, и мы сейчас открыли общественную организацию, да, ну, просто местную, там, на самом низком уровне она там. Но есть, тем не менее, центр, куда к нам иногда приезжают монах Хировадинский, или из Дацана приезжал Антон Лома, или Андрей Анатольевич Терентьев. Вот еще один человек, который полностью перевернул вообще. Я, кстати, после того, как побывал у него дома, перестал вообще... Наверное, это плохо, да, с точки зрения разума. У меня как-то сомнения ушли, а буддизм вообще, я его увидел, послушал 2 часа, и все, у меня просто все это переклинило в голове, просто перекрыло меня, понимаешь? А так, конечно, ну, вот сколько людей есть, столько есть. Люди, как правило, конечно, ну, не готовы, что ли, вот в это сильно-то вникать, понимаешь, я о чем? А те русские, которые сильно вникают в буддизм, это, к сожалению, происходит часто через голову и рождает высокомерие. Вот это очень плохо, когда люди забывают, что Будда учил еще щедрости, нравственности, да, скромности учил, нестяжанию, и они начинают только философию гнать вот эту, и все, остается только философия, которая сама по себе, кроме вот такого высокомерного отношения к другим людям, она, к сожалению, мало... Да. Вот. А что ты скажешь о религиозности калмыков вообще и вообще про калмыцкий народ, пару своих каких-то
выводов, что ли, может быть, кратких. В трех словах, как бы ты описал наш калмыцкий народ, будучи неоднократно приезжав в Калмыкию, пообщавшись с большим количеством людей, таких, ну, как сказать, пронациональных людей в основном, да, ты все равно общался с такими, с людьми культуры, с преподавателями, да, тебе приходилось пересекаться и с учеными, с чабанами простыми, да, и в основном с калмыкоговорящей ты публикой пересекался, и вот что можешь сказать, вот в трех словах, как бы ты описал калмыцкий народ, может быть, или калмыцкий, ну ладно, не в трех словах, может быть, как-то кратко у тебя есть какое-то вот, в чем отличие нас, может быть, от каких-то других народов, есть какие-то собственные у тебя? Мне интересно именно такого человека, как ты, послушать именно тебя, твое мнение по этому поводу. Я бы вот нашим женщинам многим порекомендовал у калмычек поучиться шарму, да, потому что калмыки — это такая вообще Франция на территории России, только они еще красивее француженок, да, но ухаживают за собой так же. А я бы, конечно, у мужчин, у многих, кого я знаю, поучился какому-то спокойствию, понимаешь, внутреннему. Все-таки вот у народов, которые потеряли мужское воспитание, да, а я тебе честно с горечью признаю, что русский народ, многие наши, вот мое поколение, многие они лишены были вот этого мужского воспитания, они становятся люди какими-то истеричными, понимаешь. А то, что я у ваших увидел, это вот они, конечно, чувствовали, калмыки не привыкли, да, показывать прямо вот так сильно, но и в то же время есть какое-то такое спокойствие, а в этом спокойствии все равно чувствуется сила какая-то. И еще я бы независимости получился. Потому что вот калмыки, знаешь, они похожи немножко на котов, которые гуляют сами по себе. Ну, в хорошем смысле, понимаешь, да? У них есть вот такая любовь какая-то, ну, мне так показалось, по крайней мере, к свободе и такой вот независимости. Это очень интересно. Ну, а семьи чабанов, которые я увидел, мне вот это нравится. Я вообще, Адьян, не очень люблю вот этот феминизм весь, да, вот это, то, что сейчас у нас, у русских, происходит. Меня, кстати, феминистки в Фейсбуке зажрали уже. Я с ними уже не переписываюсь, не отвечаю. Они зажрали меня уже, понимаешь, просто своими вот этими письмами, какими-то, я не знаю, предъявами и так далее. А ты до этого, я так понял, высказывался по этому поводу, да, немножко? Просто получилось. Просто чуть-чуть. У нас просто здесь в Новгороде некие события происходили, я не хочу о них рассказывать, которые касались немножко этого вопроса. Я об этом наблюдал. Я просто нейтрально так, чуть-чуть. Ну просто вот они как акулы набрасываются, как пираньи вообще, понимаешь? Ой, не. Я за нормальную семью, традиционную, мне нравится так вот. Конечно, она пропадает. Конечно, городская культура неизбежно сводит традиционную семью на нет. Это просто процесс. Это не хорошо, не плохо, мне не нравится. Но процесс неизбежен. Ты же понимаешь, да, что в каком-то смысле бытие определяет наше сознание. Если мужчина может заказать себе еду, хоть привозит тебе ее 3 раза в день, хоть диетическую, хоть жирную, там, любую, может к швее снести штаны заштопать, и так далее. А женщина сама может заработать, да, сама может себя обеспечить. Просто, понимаешь, надобность в семье пропадает. Ну, чисто вот, ну, физиологическая, я не знаю, как, нет, не физиологическая, а вот социальная надобность, понимаешь. Вспомни, 150 лет назад, если мужчина погибал, то это все пипец, понимаешь. А кто будет за конями ходить? А кто будет сено заготавливать на зиму? А кто будет крышу латать? Ну, самое главное, кто будет защищать семью? Ну, опять же, да, кто будет защищать? А сейчас, понимаешь, иди попробуй, Адьян, защити сейчас семью. Ну, ты сядешь лет на 20, я думаю, строгача, понимаешь. Поэтому сейчас об этом речи нет. Все отдано на государственным органам. Так это неплохо, наверное, в каком-то смысле. Это же цивилизация, в конце концов. Но, видишь, у всего есть белые и темные стороны. Вот и все. Ну, а если вдруг везде одновременно на всей планете выключат свет, мы же не выживем, а выживут только кочевники, которые в юртах сидят, и староверы в Туве. А я об этом писал. У меня была заметка такая давно-давно, такая не очень заметка, просто для своих, да. Она называлась «Ника Эратской Нирваны», да, где я немножко упростил феномен Нирваны и сравнил ее просто вот с таким состоянием переполняющего спокойного счастья. И я там как раз писал про стоянку моего друга, вообще близкого, Дима же его, да, который
как раз я и говорил, что если выключат свет и все остальное, то у него вообще ничего не изменится, понимаешь? Вообще ничего. Звезды будут на небе, луна будет, суслики будут бегать, корсары... В общем, эти корсак, да, мясо, да. Мясо как в котле кипятилось, так и будет кипятиться. Да, все, он вообще даже не ощутит, мне кажется, никакого апокалипсиса. Вот. Да, круто, круто. Ну, они поэтому с моим батей сошлись. У меня батя же. У него в доме даже света нет. И когда я туда приехал за 300 километров к реке в лес, я посыпался как городской житель в 8 утра, а они уже с 6 где-то были вверх по реке на моторке, там где-то в лесах по своим делам. Вот нашли общий язык, понимаешь? Потому что у меня батя, он до зимы живет без света, с ранней весны, вот так, в лесу. Он тоже человек природы, да? Человек земли такой, наверное. Да, я считаю, что это в каком-то смысле совершенство, когда нам для заполнения каких-то своих пустот, для решения каких-то своих комплексов, да, мы не ширяемся вниманием других людей, мы не дополняем себя другими людьми, какими-то гаджетами и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы все-таки близимся к совершенству. На мой взгляд, если мы можем оставаться, это как наш Мамонов говорил, да, Петр Николаевич, один дома, когда нет ни света, ни телевизора, ни жены рядом. Просто ты и все, и твой ум. И когда тебе хорошо, вот все, вот тогда это какой-то результат. Я, кстати, пока к нему даже не приблизился, к сожалению. А вот есть люди, которые, да, вот так вот. Ну а что ты хочешь? Я сегодня тут сейчас в степи сидел, вот, ну, пока там стадо бредет, да, 2 часа сидишь, ждешь его вот так. Ну, я вообще понимаю, почему такой характер вырабатывается, спокойный, такой мужественный, понимаешь, там. Или там, я же все-таки городской больше, да, я там заправить машину забыл, да, и мы застряли. Я такой, вот все, мы застряли, что делать, дождь проливной, да. Так я говорю, так а что ты паникуешь, иди пешком на точку за канистрой. И я пошел, и все, быстро принимает решение, так спокойно, жестко, молодец вообще. Да, ну, я, кстати, в своих эфирах до этого обсуждал тоже эту тему. Вот, качество такое у калмыков. Санамр, это такое определение есть по-калмыцки, то есть хладнокровный, спокойный, который в любой ситуации уверенно не поддается панике, не поддается каким-то эмоциям. Но ты, я думаю, знаешь, да, что... В последнее время очень много калмыков, в том числе и я, к сожалению, мы подвержены, так скажем, эмоциям в связи с последними событиями, которые проходят у нас в Калмыкии. Скажи, пожалуйста, что ты об этом слышал и как вообще что ты об этом думаешь, что происходит? Ты вообще в курсе, что как бы я нахожусь ну, в острие, так скажем, на острие там, этих протестных движений сегодня, и у многих жителей Калмыкии неоднозначное отношение ко мне, к моим действиям, к моим эфирам. Кто-то разный, у нас общество здесь разделяется. Многие переживают, очень многие видят вообще какой-то скепсис в этом во всем. Кто-то обвиняет, кто-то говорит наоборот, что молодцы, вы все делаете правильно. Тут очень много мнений. Мне бы хотелось послушать твою точку зрения на все происходящее, что ты об этом знаешь, что ты об этом думаешь. Если, конечно, тебе. Слушай, ну тебе, если тебе не напрягает эта тема, конечно. Ну, она, понимаешь. Политическая тема, она всегда немножко скользкая. И сколько бы, вот, например, я не пытался каким-то случайным образом... То есть, вот, например, в прошлом году на митинге, да, когда я участвовал у нас в Великом Новгороде против «Единой России», ты всегда выходишь проигравшим оттуда. Всегда выходишь проигравшим. Это прям однозначно, это первое. Второе, я не в курсе. Ты меня слышишь, Адьян? Я слушаю. Ага. А ты не обращай внимания, самое главное, чтобы был звук. Ты в звуке отлично. А, блин, слушай, подожди, здесь заканчивается прямой эфир у меня, час прошел. Давай еще раз присоединимся, я сейчас выйду, снова зайду и снова тебе добавлю. Ожидаем Серегу. Да. Отлично. Менде еще раз. Да. Ну, давай продолжим, да, на чем мы остановились.
Да, да, вот это первая помощь, я говорил о том, что проигравшим, да, выходишь. У нас, знаешь, как получилось? Да, у нас так получилось, что мои друзья, они устроили вот этот митинг после пенсионной там реформы, еще свежи были, так сказать, воспоминания, да. Ты ходил, ну, да, на эти митинги тоже? Ну, ходил, да, в Новгороде. И у нас получилось так, что... Нет, до этого-то я был организатором митинга только в своем дворе однажды против застройки детской площадки. Вот это прям я четко помню, потому что там была масса проблем у меня после этого. А тут вот я присоединялся именно к митингу в городе. И я ребятам сказал, что, ребят, ну, это такая система странная, да, с которой, ну, бороться вот так вот, их же методами, ну, из этого ничего не выйдет. Мне сказали, нет, Серега, давай попробуем. В общем, я там вышел, толкнул такую речь. И ты не поверишь, утром выяснилось, что не утром, а вот когда прошли выборы, там, через неделю, «Единая Россия» проиграла, прикинь, у нас. Мы такие, ничего себе. Ну, она же «Единая Россия» проиграла. У нас теперь в Думе городской, будет не «Единая Россия» главенствовать, да, со своими вот этими всеми законами. У нас, и мы такие, да, недаром Новгород был вещевой республикой, да, пока нас Иван Грозный, Волхов Красный был, говорят, от крови, да, вот, не задавил. И, ну, что ты думаешь, они сделали? Сторонники КПРФ и «Справедливой России», которые шли на выборы от этих партий, перешли на утро в «Единую Россию», вот и все. И «Единая Россия» снова стала большинство. И снова спикер стал в Думе «Единой России», ты понимаешь? После даже пенсионной реформы. То есть... Это их купили или запугали, или что? Я даже в это лезть не хочу. Я просто хочу тебе сказать, что мне до этого-то были выборы неинтересны в том виде, в котором они есть. А уж сейчас тем более неинтересны. Потому что это... одна система, вот одна, да, и в этой системе, ну, ребята спокойно договариваются, знаешь. То есть есть какие-то некие законные организации, некая парламентская оппозиция, которая между собой вполне себе договаривается. Но это же вообще, ребят, пипец, понимаете, когда просто люди, за которых ты голосуешь, как за сторонников КПРФ, они выигрывают и на утро переходят в «Единую Россию». Но это просто вот уму непостижимо, за кого они вообще людей считают после этого. И самое главное, куда все это приведет? Мне-то страшно за то, куда нас всех все это приведет, понимаешь? Вот в чем дело. Теперь смотри. Потому что люди уже все понимают и видят прекрасно. Конечно, конечно. Теперь что касается вас. Вот то, что касается вас. Я когда улетал, кстати, я день вылета перепутал. У меня вообще с Калмыкией не клеится. Как где-то тот самолет не взлетает, то я не в тот день уезжаю. Пришел в аэропорт, мне говорят, а вот все, мы пропустили, так сказать, дирижабль уплыл. И, в общем, неважно, когда я улетал, у вас был митинг. В этот день как раз вот был митинг. Вечером мы встречались с нашими друзьями, которые говорили, что туда вроде как пойдут. И у меня было такое двоякое ощущение, Адьян, понимаешь? С одной стороны, я стал переживать за пацанов, потому что, ну, что будет дальше, да, что будет дальше, как это все повернется, каким боком, блин, вот. А с другой стороны, я же понимаю, что любой человек по закону, по конституции, во-первых, является источником власти, народ у нас, по конституции, да, во-вторых, любой человек имеет право законно, мирным способом выйти и выразить свое мнение. Правильно? Мало того, когда люди... выражает свое мнение там в социальных сетях или на улицах, это даже хорошо получается, потому что они свою боль какую-то, они ее выплескивают. Когда мы выплескиваем легально свою боль, мы от нее избавляемся. Если нам не дают от нее избавиться, она копится вот здесь. Как, знаешь, кастрюли раньше были, которые это, ну, вот так закручивались. Крышка, если ее вообще не открыть, она взорвется рано или поздно. Вот в чем беда, понимаешь? Теперь смотри. Когда у вас поменялось руководство республики, я подумал, что это, ну, круто. Потому что... Не-не-не, я подумал, что круто, потому что, понимаешь, ну, потому что, во-первых, я на ЗУЛ в прошлом году выступал в Москве, да, смотрю там Чингис, например, Бериков, да, правильно я фамилию назвал, кажется? Бериков. Я думаю, ну, вот вообще отлично, просто, ну, замечательно, понимаешь, такие люди пришли в правительство. Потом Бату Хасиков, да, вот, а я раньше его смотрел поединки, понимаешь, ну, это же, и я подумал, ну, этот человек боец, вот у него реально дух воина, ты же понимаешь, Адьян, что чтобы вот так выступать, нужен дух воина вообще,
И я подумал, что... Ты сейчас конкретно о чем, так говоря, так поступать? Это ты про что имеешь в виду? Про поединки или про политику? Нет, про поединки пока что. Пока что... Да. Ну, мы все ездили, поддерживали его, мы все его фанаты были. Да, побыли. Ты понимаешь, какой нужен дух, да, чтобы так выступать? Это раз. И я подумал, что со стороны мне показалось, что очень круто. Вообще, молодой руководитель, сильный. И может быть такой симбиоз, наконец-то, народа и власти. Может быть объединение, понимаешь? Может быть объединение, когда люди с властью на одной волне. А у вас сейчас получилось все наоборот. И что? Ну, что я могу сказать? Меня это расстраивает. Ну, потому что там мои друзья живут, понимаешь? Когда я узнаю, что... О, а Димона Шараева, оказывается, что-то там отменили где-то его концерт, да? Ну, а как я могу к этому относиться? Ну, я переживаю, мне искренне печально за это. Что еще я могу сказать? Хотелось бы, чтобы было по-другому, но как, я не знаю. А то, что ты говоришь, что люди выходят на улицы, на законные мирные митинги, так это ваше право выходить. Что еще могу сказать? Это вообще единственный способ у нас сейчас выразить свою позицию, там, кроме интернета. Вот и все. А что еще хочешь сказать? Ну, блин, радует, что такая позиция у тебя, что ты там не обвиняешь нас. Я надеюсь, что ты не видишь у нас никаких националистов, ты не веришь в то, что мы националисты, как нас обозвали во многих СМИ, и наши же там правительственные вот эти паблики все, и, к сожалению, туда в Москву отправили все эти отчеты, что мы здесь маргиналы, шовинисты, нацисты, что мы там... якобы мы там, нам важно, что Бату там нечистый калмык и еще прочее там, что только не говорят, как только нас не пытаются в глазах людей обернуть. Ну, мне честно от этого тоже, ну не то что обидно, но печально, что это происходит в высших эшелонах как бы власти все равно, потому что, ну видимо, я был в каких-то иллюзиях до этого, жил сам в своих, это чисто мои личные омрачения, я это все прекрасно понимаю, но в то же время я не могу тоже сегодня молчать, и потому что, ну вот в такую ситуацию мы загнаны, и да, скажи, говори. Адриан, смотри. Во-первых, я хотел сказать, ты точно не маргинал, если тебе так говорят, у тебя должна быть самооценка нормальная, ты должен понимать, что ты для Калмыкии человек очень яркий, это точно я тебе могу сказать, 100%, да, те вещи, которые вы когда-то даже с Юрой сделали для Калмыкии, вообще для мирового буддизма, да, сняв вот это все, это же все великие вещи, при какой маргинальности может идти речь? Второе, что я тебе хотел сказать, давай все-таки, как нас учил Андрей Анатольевич Терентьев, разделять. И, кстати, классическая психология учит тому же, давай разделять человека и его действия, и его поступки. Потому что когда мы говорим «хороший человек», «плохой человек», «отвратительный человек», «маргинал», мы совершаем, это по словам Терентьева, с которым я полностью согласен, мы совершаем ошибку абсолютизации. Мы абсолютизируем то, что не является абсолютным, а является на самом деле временным и относительным состоянием. И ну да, я не спорю. Да, так вот, Адриан, я-то просто как бы, я бы призывал от себя вот не наломать дров, а чтобы не наломать дров, надо, знаешь, меньше эмоций. Все-таки политика делается, может, конечно, с горячим сердцем, но с холодной головой. Потому что там сейчас Бату может ошибаться, а в каких-то других вещах он может делать правильные вещи. Да? Или там, я вот, например... Пока что, вот насколько я знаю человека, да, а я еще все-таки разговаривал о нем, скажу тебе честно, с другими людьми, которых я очень уважаю, вот Чингиса, например, да, ну не верю я, что он какой-то там враг Калмыкии, ну понимаешь, но сильный это человек, нормальный, хороший мужик, вот мое впечатление, я тебе говорю, может хороший человек, Адьян, совершать какие-то поступки, которые для тебя неприемлемы кажутся, конечно, может. Легко. Но это не говорит о том, что он плохой человек или плохой руководитель. Руководитель-то он может быть талантливый абсолютно. Поэтому, когда мы говорим, там, ребята, вы сейчас совершаете, на наш взгляд, нехорошие вещи. Вы нас не слушаете вообще. Мы народ, источник власти. Мы там Трапезникова не хотим. Ну, знаешь, для меня, как новгородца, это крайне понятно. Потому что у нас-то раньше вещи, знаешь, да, как работало? У нас же была Вечевая Республика. А, да. Что-то князь не нравится.
слушай, уезжай когда отсюда, а пока мы тебя это, с моста не того, вот, что же все волку, да, наш. То есть, ну, это нормально было, ну, до тех пор, конечно, пока Москва нас не раздавила полностью, просто полностью раздавила, и нашей республике пришел конец, и именно поэтому на нашем знаменитом памятнике тысячелетия скульптора Микешина все государи, кроме Ивана Грозного. Потому что в Новгороде изображать того, кто задавил, ну, в крови здесь просто все, это, конечно, кощунство было. Поэтому его у нас нет. На официальном уровне нет, понимаешь? Вот и все. Не знаю, Диан, мне кажется, что если все-таки на эмоции не переходить на какие-то совершенно непонятные, неприемлемые вещи, то все нормально, это политический процесс. У вас есть позиция, у них есть позиция. Пожалуйста, ради бога, за кого народ, за кого большинство, кого поддержит народ? Ну, 17-го увидим, у нас 17-го еще один митинг, послезавтра уже. Вот в преддверии всего этого мы как раз собираем и мнения людей различных, которым не безразлична Калмыкия, которые так или иначе тесно связаны с ней. Я, конечно, от себя, кого я могу пригласить, различных интересных людей, таких как ты, таких как многие наши ученые, какие-то другие творческие люди. И, по крайней мере, единственное, что я могу сказать, мы не пользуемся административным ресурсом. Ты видишь это прекрасно, я надеюсь, ты разделяешь эту параллель тем, какая между нами разница. Одно дело бы, если бы мы были абсолютно разные две какие-то политические группировки, да, которые так или иначе в равных условиях как бы проявляют, ну, те или иные, выполняют те или иные задачи, доказывают, так скажем, важность своих домыслов, важность своих мыслей, но нас судят. Если ты не знал, я как бы вот скажу, что вот у меня сейчас суды, у меня, ну, судебные тяжбы идут. Я впервые в суде оказался, в жизни никогда я не был в суде. Вот. Ну, для меня это как бы нормально, но все равно неприятненько, так скажу, что вот это происходит дома. Мы вроде все друг друга знаем, и вроде пытались пойти на переговоры нормальные, но, к сожалению, мне обидно немножко, что вот, пользуясь административным ресурсом, пользуясь властью, люди как бы вот поступают так. Ну, нет, это мое мнение. Если это так, то это, ну, печально, что я могу сказать. Да, это печально. Ну, вот так вот, понимаешь. Ну, ладно, я даже не за себя. Тут у нас судят учителей, просто которые люди даже не знали, что это митинг, они пришли высказать просто там, без каких-то транспарантов, без громкоговорителей. То есть это считается просто сход граждан мирный, где люди стали как после какой-нибудь свадьбы, допустим, вечером собираются калмыки где-нибудь стоят, обсуждают тему политики. Это то же самое практически было. И вот за это, к сожалению, судят 84-летнего старика, даже который прошел ссылку, который вот прошел, отзывался об Бату Сергеевиче, да, но он тоже высказал свое мнение, просто он причем ни к чему не призывал, никаким беспорядком, никаким там. Благоразумие он даже больше он призывал к тому, чтобы калмыки там свой родной язык лучше учили, как бы, да, он даже более, даже, я бы сказал так, успокаивал народ, но его почему-то тоже, как бы, ну, понимаешь, его осудили, его судят, этот уже пожилой человек, вот это единственное, как бы, меня не устраивает, понимаешь, и поэтому я не хочу останавливаться, но я опять не буду навязывать тебе, я тебя очень уважаю, я очень благодарен за твою точку зрения. А Диан, а что навязывать-то? В чем мы не согласны сейчас? Ну в том плане, что вдруг ты подумаешь, что вот я там я оголтело тебе пытаюсь доказать свою правоту. Знаешь что, навязывают тому, кто хочет, чтобы ему навязали. Кто не хочет, чтобы ему навязали, ему ничего не навязали. Твоя, в принципе, человеческая и социальная позиция, они похожи. Ну извини, если тебя обидел, конечно. Я просто в том числе для подписчиков, чтобы они тоже как бы не восприняли там мою сейчас информацию, которую я тебе складываю. Смотри. То, что касается вопроса про акции какие-то общественные, ты меня спрашиваешь, я тебе отвечаю. Но если я сам на них выходил в своем городе, у меня отношение к ним, сам понимаешь, какое соответствующее, нормальное, как у любого нормального человека. Вот, второй момент, это касается трапезника. У вас есть конкретное требование, да, чтобы он уехал, чтобы он не занимал руководящих должностей.
Ну, я не понимаю, при чем здесь национализм вообще, и как в республике хармическое может быть национализм, потому что если мы верим в закон кармы, то мы понимаем, что сегодня ты родился там, а я здесь, а завтра мы наоборот. И о чем мы говорим вообще тогда? Но, на мой взгляд, вот ваша позиция, она по-своему обоснована. Почему нет? Вы человека этого видели когда-нибудь? Нет, не видели. Этот человек вам что-нибудь хорошее когда-нибудь сделал? Нет, не сделал. Это естественное желание людей, чтобы руководил там городом, еще ну, какой-то важной отраслью в этом городе человек, которого семья там живет, которого вы там все лично знаете, там в магните за руку здороваетесь, да, вот, который язык знает в конце концов. Кстати, мне кажется, это важный момент для руководителя в национальной республике, даже если он русский, чтобы он знал вообще-то по-русски язык, по-хорошему, вот так, по-честному-то я тебе скажу. Потому что, ну, это просто такая уважуха, дань уважения к титульному народу, который там живет. Я к этому вообще нормально отношусь, какой здесь национализм. Вообще, это просто обычные, нормальные требования, просто и все. А, как бальзам на душу, как бальзам на сердце твои слова, Сергей. Прям эликсир сегодня сплошной у меня от людей, которые находятся да, далеко и которые не калмыцкие национальности, те, которые поддерживают нас. Ты сегодня видел, не видел в моей ленте шаман Александр Габышев тоже высказался в пользу калмыков. Знаешь, так с большим теплом я воспринял его слова. Я, честно, прям растрогался. Пусть какая-то там минутка, но он все равно и уделил. И, видимо, что он, видно было, что он вдумчиво говорил о том, что он, может быть, действительно видел. Я лично верю вообще в силу, в какую-то вот этого уверенность этого шамана. Конечно, я просто, правда, не знаю, какие цели он преследует. Ну, еще мне четко непонятно, какие цели, но я вижу в нем искренность и простоту. Это мне этого достаточно. Ну, да, чувствую, да, 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 да. Чувствуя достаточно тонко тоже природу людей, мне он кажется абсолютно простым человеком, который искренне хочет помочь избавиться от омрачений многим жителям России. И он такой, как действительно патриот для меня своей земли, все равно выглядит даже более, чем какие-то там, я не знаю, люди, которые постоянно говорят о том, что мы работаем, мы делаем во благо чего-то. Но в итоге люди омрачаются, самое главное, люди омрачаются. Вот строят, чего-то делают. А вопрос у меня такой, а помнишь, его же задержали, Александра, да, вот задержали, а что его задержали, они что, реально там в шаманизм верят, они думают, что он придет, да, покамлает, и все, и Кремль, да, развалится, это прям вообще было очень смешно, когда его задержали. Как будто они показали, что они верят в это все. Верят. Они показали то, что они боятся действительно в народную силу вот этого протеста. И да, они показали свою трусость этим самым. И, ну и сегодня у нас повсеместно везде по России вот так вот, к сожалению, такая тенденция. Я уже не знаю, как. Уже сам Путин им сам говорит, ну вы там прислушайтесь к своим, в последнем своем обращении. Ты смотрел, да, где он ко всем... губернаторам всем говорят, ну прислушайтесь, более тонко, будьте тонко, чувствуйте тонко, пожалуйста, все взывания вашего народа, людей, жителей ваших регионов, да, вот, но, видимо, у них такое обостренное, так усиленное, с фанатизмом такое желание выслужиться, чтобы все вот было чики-пуки у них, все на работе, ну, видимо, вот, ну, не знаю, мне кажется, они скоро реально перестараются в этом. Слушай, Адиан, понимаешь, вот здесь вот как раз из той оперы, что за так, у кого Богу молиться, он его прошибет, да? Это я про некоторых охранителей, потому что для них, у них лучше перебздеть, чем недобздеть, это однозначно прямо, да? Может быть, на самом верху такого и не хотят. Я вообще не понимаю, там же есть политтехнологи, всякие разные штаты, разных людей специально. Они же понимают, что пар надо выпускать или не понимают, вот объясни мне. Ведь если пар не выпускать, будет взрыв, как я уже говорил. Поэтому, ну, должны же они это понимать, я думаю. Я вообще не понимаю, как... Блин. Так, ну прервался Сергей. Сергей, ты слышишь?
возможно, звонок. Ну, дождемся еще раз. Ну, кстати, на самом таком интересном моменте, да, почему-то оборвалась у нас сейчас связь. Так, я надеюсь, у него не села батарейка у Сергея. Давайте все-таки подождем его. А для тех, кто не понял, кто это, с кем я веду эфир, пожалуйста, зайдите в мой профиль и почитайте. Это просто последние посты все, и все. Посмотрите, пожалуйста, последние посты. Давайте подождем Сергея все-таки. А, вот, есть запрос, пришел. Так, ну, давай, Сергей. Да, очень глубокий человек, Сергей. Очень интересный собеседник. Я думаю, не зря его пригласил в прямой эфир. Так, ну что-то не хочет добавляться Сергей. Наверное, он еще не в эфире, да? То есть у него, наверное... А, вот. Есть. О, супер, отлично. Так, Сергей, тут все да, благодарят все люди. Я немножко тебе все равно попрочитаю, но ты и сам можешь прочитать комментарии, которые тебе пишут подписчики, жители Калмыкии. Вот. Теплом просто веет от комментариев. Вот пишут, восхищаются люди широтой, регрессианностью взглядов твоих, Сергей. Регрессианностью. Вот, даже такое вот выражение, да? Все были фанатами. А, так, это не то. Давайте все. Мы, в принципе, мне понятна, четко, ясна твоя позиция по всему этому. Я очень благодарен вообще тому, что ты выделил сегодня время, несмотря на твою. Я знаю, что ты очень сильно занят. У тебя сейчас работы очень много, плюс семья, дети. И несмотря на это, ты выделяешь время. А это говорит о многом, это говорит о том, для меня это, например, многое значит. То, что ты действительно часть нашего народа, ты неотъемлемая уже часть нашего этноса, и нам, я надеюсь, ты почувствовал и по комментариям людей, и по моим комментариям, то, что нам важно было тебя обязательно услышать, нам и было всем очень приятно тебя сегодня услышать. Да, спасибо, ребята. Да, твои светлые мысли. Вот пишут тебе «Ирпичтазалу», то есть по-калмыцки это означает, сам знаешь, да? Сильный мужик, говорят, ты сильнейший. Вот. А всем понравилась беседа, и вот здесь пишут даже «Ближе, чем ХБС, чем Хасиков Бату Сергеевич ты для людей». Ну не будем мы иронизировать, да. Сергей. Ну и чтобы долго не задерживать тебя, да, у меня все равно последняя просьба, коротенькая, как насчет той просьбы, которую я вначале тебя просил перед самым интервью, может быть, ты чисто вот конкретно для наших подписчиков исполнишь все-таки нам наш замечательный сакральный эпос «Джангар», который мы давно не слышали в твоем уже полюбившемся для нас исполнении, если, конечно, не сложно. Не мог бы? Один куплет, просто один куплет можно, да? Да, конечно. Ага. Просто маленький Джангрин Тастерха, как у нас говорят, это вот отрывок из эпоса Джангар. Пожалуйста, Буин Болтха Маднде Ин Кыркчка Маднде. Адиан, у меня тоже просьба к тебе напоследок.
пожалуйста, не теряйте вы голову, вот честно, меньше эмоций, вот правда, это такое дело, вот очень скользкое, понимаешь, вот любое противостояние все равно закончится, все равно политики договорятся, а мы останемся, понимаешь, вы там останетесь, я надеюсь, еще в России-то с нами. То есть все равно придется руку пожать кому-то, и дети ваши будут общаться, я надеюсь, и все. Поэтому здесь ну, главное... Я тебя услышу, Сергей, спасибо, я тебе скажу, мы будем жать руку со спокойной душой. Уже другой вопрос, как они будут жать нам руку, это уже будет по-другому. Я тебе так скажу, зла мы ни на кого не держим, потому что все равно всегда есть такое выражение. Я к тебе тоже эту поговорку могу применить. Она звучит так. «Му болучин эвря». Какой бы ни был, все равно свой, понимаешь? А тот, те, кто свои люди, нам все равно, я знаю, мне постоянно многие люди говорят, не надо, не лезь, то не делай. Я говорю, да мы договоримся все равно. Я все равно верю, что мы договоримся с этими людьми. Я все равно верю в лучшее, все равно, понимаешь? Я верю в то, что они услышат наши искренние посылы, что не какие-то меркантильные интересы, что люди опомнятся, и все равно они признают. Возможно, это вынужденная мера именно так с нами поступать им сегодня. Возможно, это тоже вынужденная мера. Я и этот вариант не исключаю. Понимаешь? Я всегда смогу простить. Я вот всегда смогу простить. Это очень хорошо. Молодец. Я верю именно в это, братан. Да, давай теперь спойлем, чтобы мы наши сердца, пожалуйста, исполнили. Я очень соскучился по твоему исполнению. Она у тебя самобытная уже. Она имеет свой стиль. И я уже смотрю, ты совсем, у тебя нет акцента, ты по-калмыцки, ты даже говоришь «джангр», чисто говоришь, да? Не «джангр» там, не знаю, «джангр». Нет, молодец, у тебя очень поднялся уровень языка, вот мы до этого с тобой поговорили там, не в прямом эфире, блин, классно. Это топ-шоу от Димона Шараева прислан, спасибо, Димон. А, кстати, еще перед тем, как спросить, ты исполнишь, я скажу вот такой небольшой вопрос. Со многими ты исполнителями джангра знаком в Калмыкии? С кем ты знаком из исполнителей джангра в Калмыкии? Мазан, Кутлан, Дима. Ты? Ты тоже? Да, я джангарцы. Нет, ты мне спел же тогда за сценой. А Лиджи, я тоже слушал Лиджи. Угу. На свадьбе мы были с ним вместе у Николая Мужича. Мы тоже делились техниками там, да, с тобой. А скажи, пожалуйста, с Владимиром Акомовичем ты уже пересекался? И вообще, как он относится к твоему творчеству сам? К тому, что ты переживаешь? Я не знаю. Не удалось? Нет, кармы нет. Просто у нас, посмотри, сколько раз я приезжал, мы никогда не виделись. А вот мой гусляр приехал, мой гусляр же у вас был, наш гусляр, да, Антон, который школа гусельника Антония. Как бы, смотри, меня пригласили на эпосы мира на земле потомков Джангара, да? А поехал Антон вместо меня, потому что я говорю, что я буду русский петь, калмыцкий эпос, там калмыки споют, а ты наш спой, говорю, наши булины спой. И он сразу же попал за стол с Каруевым, сразу же. А я не попадал как-то так. Надеюсь, все еще впереди, да, вы еще встретитесь, я думаю, обязательно. Ну, посмотрим. А вот слушай, кстати, еще же у вас есть джангарчи, который поет Никаргра. А простым голосом. У него еще эта лошадка скачет на всех праздниках ногой, он бьет по ней. Как зовут? Я никогда не знал. Это Батыр Каруевич Манджиев есть такой. Да. Он ближе поет к стилю Эляну Вла. Но есть еще рапсоды из южных районов, там Андрей Бадлагаевич и Батыр Манджиев есть еще. Они поют в стиле Паврама, в стиле Шавалин Дава. У нас просто два же стиля исполнения. Да. Которые под инструментал, и есть, которые более распевные. То есть их называют еще иногда грубо дербетским и тургутским стилем. Вот. Your girl, I'm
Ачта-ачта, икі ханултан өрік жанайыдың цуғар, мана халымки нәрен дәресе чамды, мана үсінәмтіне жаңғырчы, чи йоста мана жаңғырчы бол жана чуда, халымгар кел жана юнгат кехілі, им үйге бі орсағар келіхі чатышко. Перевожу, если что-то непонятно. Ты самый настоящий признанный, я думаю, всеми нами, всем населением Джангарчи. И никогда не комплексуй, никогда не комплексуй, поэтому никогда не задумывайся. Ты до мозга костей наш калмык, наш брат, который я считаю, который еще превознесет нашу культуру, еще выше превознесет, и я в тебя верю, что ты вообще ты предназначен для более чего-то возвышенного, чем вот просто сидеть даже сегодня с нами в прямых эфирах. Но это тоже, конечно, важно, то, что ты сегодня с нами. Это и большое тебе за это спасибо, но никогда ни в чем не сомневайся. Калмыки всегда с тобой, калмыки тебя всегда поддержат, несмотря ни на что. Как бы, даже в какую бы ты плохую ситуацию не попал, как бы ты был неправ, ты уже заработал в себе такую карму, что калмыки с тобой навсегда уже. Байжанав, ахныр дюныр. Байрта Харгей. Дакар Харкмын, давай. Спасибо, Сережа. Спасибо всем подписчикам, всем, кто был сегодня с нами. Спасибо Сергею, спасибо мне за такой замечательный эфир. Ну и здоровья твоей семье, твоей супруге, твоим близким и всей новогородской земле. Процветания, поменьше, конечно, омрачений, не таких, как у нас. Чтобы все это обходило. Развивайся, пожалуйста, продолжай свою музыку, продолжай свой бизнес, расти и продолжай нас радовать своим творчеством, Сергей. Удачи тебе. Спасибо большое. Спасибо.